Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидеон, это рубрика Old School, где мы продолжаем проходить чудесный Silent Hill. И это шестая часть моего прохождения. Ну что же, продолжим. Ну что же, я взгляну на карту, посмотрю, куда нам нужно отправиться. Посмотрим, значит, здесь заблокировано, туда мы можем, но это наверх нам подняться можно. Наверх мы, конечно, можем подняться. Ну, в общем, да. Вниз мы спуститься не можем. Бойлерная уже закрыта. Поэтому сейчас, дамы и господа, я отправляюсь прямо наверх. Прямо на крышу. Если там будет закрыто, то тогда надо будет думать. Я даже не знаю, как бы куда дальше идти. Сейчас мне нужно... Я попробую, кстати, вестибюль пройти. Если получится. Так, сейчас мне нужно... Да, через классы, видимо, как-то идти. Главное, чтобы нас сейчас не слопали маленькие карлики. Мрази, а как же вы меня достали? Просто слов нет. Посмотрим, что в вестибюле. О, боже мой. Ну как же так-то все время получается, а? Где ты, гад? Получай. Чем патроны тратить, чем здоровье. Я хоть зачем сюда пришел-то? Что здесь лежит? Это ампула, взять ее. Что за ампула? Посмотрим в меню. Ампула обезболивающая. С ним мои раны исцеляются быстрее. Эффект ампулы быстро исчезает. О как. О как. Ладно. Я использую еще лечебную настойку. И попробую выйти. Безусловно, здесь нельзя выйти. Ну, ампула, видите ли, исцеляет нас быстрее. Конечно, я не знаю, насколько быстрее. Надеюсь, что очень хорошо, на полную. И у нас прямо здоровье повышается и все остальное. Так, где мы находимся? Да, мы находимся здесь. Я сейчас попробую прямо пройти. Дальше туда. Да, здесь, конечно, заблокировано. Безусловно, здесь все время эта вещь заблокирована. И надо проходить через классы с очень злыми обитателями. Но мы пробежали. Это хорошо. И отправляемся наверх. Отправляемся наверх. Я хочу отправиться прямо на крышу. Прямо на крышу и встретить свою судьбу. Потому что эта дверь явно сделана для того, чтобы там туда отправиться. Ну что же, вперед. Ну что ж, выходи, кто бы ты ни был. Выходи. Это действительно страшно. Я жду у кого-то. Здесь какая-то кровь. Это смахивает вообще на какой-то алтарь. Здесь опять знак Silent Hill. И теперь камера у нас почему-то показывает именно это место. Что мы здесь видим? Там застрял ключ, мне до него не дотянуться. Так, хорошо. Ну что же. Видимо, нам нужно открыть вентиль дренажной системы. Вы хотите открыть его? Да.
Ох, что же за этим последует? Ключ, конечно же, мне кажется, выйдет. Неплохо бы заткнуть это отверстие чем-нибудь. А чем же я его заткну, в самом деле? Так, ничего особенного. Ха, ничего особенного. Еще как особенное. А-а-а, резиновый мячик. Да, он подойдет. Резиновый мячик, вот для чего мы его брали. Ну что же, теперь я думаю... Теперь я думаю, да, мы ключ достанем. Мяч как раз не дает воде уходить. И... Что дальше? Что-то изменилось? Ключ как-то выплыл? Сейчас посмотрим. Ключ унесло водой по стоку вниз. А, то есть... По стоку куда вниз? Видимо, на улицу. Видимо, как раз там, где вот этот знак у нас стоит. Знак Silent Hill. Спускаемся вниз. На первый этаж. И нам теперь нужно выйти. Где мы находимся? Да, мы находимся здесь. И прямо у нас дверь справа. Это как раз то, что нам нужно. Выходим во двор и... Нет, это не двор. Стоп. Это не двор. Двор здесь. Ну что же. Ключ-то мы найдем. Или не найдем? По стоку вниз унесло. Вот здесь он и лежит. Что же это за ключ? Это ключ от класса. Взять его? Да, мы берем ключ от класса. Ну что же, где мы сейчас находимся? Да, мы находимся здесь. Я знаю, что это за ключ от класса. Это ключ от класса, который находится на... втором этаже, который ведет нас в бойлерную. И да, да, класс у нас надо к лестнице бежать направо сейчас. Бежать направо к лестнице. И подниматься на второй этаж. На второй этаж. А далее... Почему-то довольно долгая загрузка была. Так, там кто-то у нас есть, но я не хочу с ним связываться совершенно. Что-то сейчас было ужасно, я выключил фонарь, он идет на меня. Ух, меня это пугает. Так, откуда он здесь взялся? Их, по-моему, здесь не было. Я вроде зачищал эту территорию. Ладно, в любом случае, мне сейчас нужно прямо и открыть вот тот класс. Тот класс, который находится под библиотекой. И сейчас, конечно, попробую побежать. Сволочи. Он еще меня и режет. Вот это да. Вот это, конечно, не очень хорошо. Но в любом случае, ладно, мы прошли. Нам надо открыть этот класс. А как же ключ? Подожди. Сейчас мы попробуем использовать ключ. А, наверное, ключ с ярлычком. На него за... На него заперта дверь класса. Был брошен водосток на крыше. Но зачем? Здесь нельзя использовать. Ладно. Хорошо, видимо, это не та дверь просто. Нужно вот эту первую дверь использовать. Да, и мы используем ключ от класса. Ну что ж, надеюсь, там... Да, здесь тоже... Здесь тоже карлики. Здесь ничего больше нет, кроме карликов.
Их трое. Вот это да. Открывай. Фух, открыл. Так. Ну, здесь хорошо, хоть никого нету. Тонкий баланс между ужасом и кошмарным ужасом отмечается у нас здесь просто чудесно. Так. Значит, куда движемся дальше? Дальше, дальше, дальше. Я уже начинаю нервничать, потому что впереди нас ждет кошмарная боль. Здесь тоже нас кто-то поджидает. Я, в общем, не хочу это знать. Что? Тараканы. Тараканы. Откуда эти тараканы кошмарные? Но мы спускаемся вниз в бойлерную. Нет, стоп. Да, нам нужно еще ниже. Еще ниже. Кстати, мы сможем открыть сейчас ту дверь? Теперь открыто. Да. Мы немного, так сказать, сократили себе путь. И мы спустились в самый низ. В самый кошмар, в самую глубину его. Мы спустились в бойлерную. Итак, здесь тоже есть эти чуваки. Повешенные или распятые, я уже не знаю. Я сейчас посмотрю свое состояние. Да, уже не очень хорошо, коричневое. Но еще пока не красное. Здесь находится склад. И на складе нас готовят к битве. Нас готовят к страшному сражению. Нам дают очень много патронов от дробовика. Я возьму его в руки, потому что, да, нам не зря их дают. Нам не зря дают их. Две ампулы у нас есть теперь. Взяли мы дробовик. Посмотрим, сколько у нас аптечек. У нас три настойки и три аптечки большие. Хорошо. Так, ну что же. И теперь самое время отправиться убивать монстра. Как, судя по сказке, мы должны стрелять ему прямо в пасть, когда он бросается на нас. Это страшно. Я не знаю, как у меня получится. Надеюсь, у меня получится. Ну что же, время зайти. Итак, мы видим краны. Повернуть вентиль влево, вправо, не поворачивать вентиль. Я пока не хочу ничего поворачивать, я пройду вперед. Но здесь закрыто. И здесь еще один вентиль. И тоже предложение. Ну что же, поверну вправо, посмотрим, что изменится. Угу, понятно. Да, мы не можем пройти. Нам нужно повернуть еще раз вправо. Нам нужно сделать так, чтобы эти штуки повернулись так, чтобы нам открыть проход. Мало того, что мы идем в пасть к монстру, мы еще и не можем к нему пройти с самого начала. Еще раз повернем. Все еще закрыто. Так, а если мы повернем обратно вправо? Я немножко верну и пойду к другому вентилю. Попробуем его повернуть. Так, сейчас посмотрим. Повернем влево. Да, проход открыт. Ну что же, самое время отправиться вперед. О боже, это лифт. Куда он нас тащит? Фух. Так, надеюсь, это будет не слишком сложно. Видим огромного, страшного монстра.
Вон он. И нам нужно стрелять ему в пасть. Я не понимаю, правда, как. Ну, открывай ее, открывай. Открывай. Он не хочет. Он не хочет открывать, зато он нас атакует. Я использую настойку. Я не понимаю, как нам заставить его открыть пасть. Он не хочет открывать ее. О боже мой, он нас опрокинул. Как нам заставить открыть его пасть? Сколько он, насколько он нас поранил? Ну, так, средненько. Еще один удар выдержим. Вот он ее открывает. Бежим. Ой, вот, вот эта пасть. Вот эта пасть. Так, нам нужно... пока еще ничего, пока еще нормально. Так, я заряжу дробовик. Зарядили. Сколько у нас еще? 18 патронов осталось. Вот она, вот она. И мы его убили. Фух. Вы слышите сирены? То ли это его крик, то ли это сирены. What was that? Who in the hell was that? Ты знаешь, Гарри, у меня те же вопросы. Кто это, черт возьми, был? Что же тут творится? Да, мы победили его. Не та кнопка, к сожалению, пауза. Победили его. Ух, это было действительно... Это было жестко. Это... Но, честно сказать, один выстрел ему в пасть из дробовика и... Собственно, да. Собственно, да, мы его убили. Нам даже не потребовалось слишком много ампул. Ну что же, и нам дали ключ. Что это? Это ключ? Ключ К. Гордона. Взять его. Да, мы возьмем. И главное, кто это был? Что это была за девушка? Что это была за девушка? Мне кажется, что это Олесса. Мне кажется, что это Олесса. Кстати, видите, эти вентили, было то же самое, как будто, ну, когда мы открывали. Мы слышим вдалеке звон колоколов, и мы снова в первой школе. Мы снова в настоящем Silent Hill. Я слышу, думаю, это церковный колокол, но кто в него звонит? Так, где у нас церковь? Вот она, наша церковь. Она находится на улице Блоха. Так, ну что же, нам пора выбираться отсюда. Безусловно, я... Мы сейчас на каком? Да, мы сейчас на втором этаже. Поднимемся. Стоп. Нет, мы на втором или на первом? Я сейчас не пойму. После такой схватки я уже ничего не пойму. Там, я сейчас отправлюсь к медпункту. И мы сохранимся. Безусловно, схватка с чудищем была очень-очень насыщенной. Я бы сказал, да. Но я ожидал, что придется минимум 3 раза стрелять ему в пасть. В принципе, этого не понадобилось, поэтому... Что ж.
Что ж, тем лучше. Ну что же, теперь к церкви нам нужно отправиться. Нет ли здесь каких-либо нам... Нет, ничего нету. Отправляемся к церкви. Довольно долгая загрузка. Что же, да, где у нас церковь? Сюда, я помню, бежал со всех ног. Меня кусали, меня хватали, но я добежал. А теперь нам нужно добраться до церкви на улице Блоха. Я думаю, нам нужно идти сейчас по улице Брэдбери. Наконец-то мы вернулись в город. Наконец-то небольшая передышка, так сказать. Небольшое такое спокойствие. Потому что все-таки мы в настоящем Silent Hill. Да, здесь опять обрушено. К сожалению, здесь опять дорога обрушена. Но мы все-таки в настоящем Silent Hill. Здесь нам самое страшное, что может случиться, это встретим бродячую собаку. Что, в общем-то, не страшно. Так, здесь какой-то проход. Да. Я в баке уперся. Как всегда, проход между улицами. Да, опять собака. О, видели? Давай, атакуй. Да что ж такое? Да что ж, ты издеваешься, что ли, надо мной, да? Господи, наконец-то. Все, спокойно. Блин, меня... Босс не так сильно повредил, как эта собака. Кошмар. Так, где наша настойка? Отлично. Так, здесь камера нам показала какой-то особый закоулок. Сюда мы и направимся. Какой-то задний двор. Возможно, это задний двор. Нет, это какой-то новый задний двор, не того дома, где мы вышли. Где было три замка. Это другое. А, мы использовали ключ К. Гордона. И теперь мы в каком-то доме. Какой-то дом. На кухне у нас ждут патроны. Лучше бы, конечно, настоечка. Потому что с патронами, конечно, проблем нет. Зато есть проблемы с настойками. Так, здесь, конечно, сохранение у нас есть. Да. Кстати, интересно, вот эта комната открыта. Я в том доме не мог в нее зайти. А здесь? Здесь тоже нельзя открыть. Да, у них какая-то прямо традиция, я вам скажу. Ну что же, сохранимся. Это, видимо, для тех, кто не сохранился в школе. И мы находимся в доме Гордона. Я даже честно не знаю пока, кто это, к сожалению. Надеюсь, что чтение плод анализиса мне подскажет. Так, да, мы прошли дальше на улицу Брэдбери. И теперь я не знаю, как мне идти. Идти то ли вверх, то ли вниз. Честно. Где-то здесь будет заблокировано. Мы встречаем птеродактиля. И да, вот здесь заблокировано. Ага, мы пошли назад. Я, конечно, да, молодец. Выбрал самый полезный из двух путей. Тот, который вообще ведет назад. Ну что же, от птеродактиля-то мы оторвемся. Это не проблема. Я все-таки хочу держаться поближе к улицам, потому что, да, вот. Есть вот такие моменты, где можно на лавочке найти настоечку, например. А эта игра такая, эта игра олдскульная. Здесь каждая находка очень полезна. Это я уже молчу, если,
если бы мы играли на сложном уровне. Что ж, и здесь мы находим провал в земле. И бежим как раз туда, где у нас был поворот. Опять нас здесь кто-то ждет. Опять кто-то здесь поджидает. Так, надеюсь, мы пройдем здесь. Прямо на улицу Блоха. Да, птеродактиль опять. И мы видим патроны. Как же он мне надоел, честное слово, ребят. Кто бы знал. И от этих птеродактилей спасения нет. Он вот атакует. Хорошо, что мажет часто. Неужели еще и сам... Еще один. Вот они, падальщики, тут в мусоре сидят. Так, смотрим на карту. Но мне все равно кажется, что нужно направо, да. Я не знаю, кстати, мог ли я через тот путь дальний пройти. Наверное, все-таки там тоже было бы провал находился бы. Скорее всего. И мы все ближе к церкви. Я все время сверяюсь с картой. Да, мы пришли к церкви. Ну что же, посмотрим, кто звонил в колокол. А я, в принципе, догадываюсь, кто это был. Это, скорее всего, была Далия. И... Что же? Заходим. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Что ж, дамы и господа, мы встретили Далию Гелеспи. Вот такая вот... интересная личность, и она нам дает Флаурос, что бы честно это не значило. Это ключ разводного моста, взять его. Она нам дает ключ и дает вот такой вот интересный треугольник. Осмотрю, что здесь есть в церкви. Там я, конечно, видел настойку, я ее возьму. Вот такая вот темная тайная личность. Это Далия пока что для нас остается. Она даже, как вы заметили, не представилась нам. Взяли лечебную настойку. Да, это хорошо. Это, безусловно, отлично. Что же, еще раз сохранимся. Церковь. Ну что ж, дамы и господа, вот на таком моменте... На таком интересном моменте я остановлю прохождение 6-й части Silent Hill. В следующей части, 7-й, нам нужно будет отправиться в госпиталь. В госпитале я предчувствую, что будет нам туговато. Но надеюсь и верю в то, что мы справимся со всем. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.